Уважаемые партнеры, гости и участники форума, представители СМИ. Я рад приветствовать вас сегодня на первом форуме креативных индустрий, организованном Примарией Муниципия БЭЛС в сотрудничестве с нашими партнерами. Форум проводится в рамках проекта «Синема». Сейчас мы находимся в точке, которая представляет из себя не что иное, как точка возможностей. Настало время, когда первичная культура и творчество, а к трендам, которые задают креативные сообщества, присоединяется бизнес. Муниципия БЭЛС является стратегически важной территориальной единицей, центром социально-экономического и инфраструктурного развития северного региона страны. Данный форум – это отклик нашей муниципия на глобальные тенденции перехода на цифровые технологии и инновации. Я уверен, что эти мероприятия создадут новые возможности для молодежи, привлечение инвестиций и налаживание партнерских отношений. Предлагаю всем коллегам и партнерам не ограничиться проведением подобных мероприятий, а выходить на прямой контакт с молодежью и совместными усилиями выработать дорожную карту развития рынка креативных индустрий. Într-adevăr, revitalizarea urbană și dezvoltarea economică reprezintă o prioritate a dezvoltării regionale. În acest sens, creșterea competitivității și ocupării forței de muncă reprezintă unul dintre cele trei obiective ale Programului Operațional Regional Nord, iar creșterea competitivității înseamnă aplicarea creativității, aplicarea inovării, atât în sectoarele economice ale economiei tradiționale, cât și în direcțiile emergente din regiune. Suntem siguri că industriile creative vor contribui la dezvoltarea sectoarelor tradiționale și la creșterea valorii adăugate în regiunea de nord. Suntem convinși că printr-un efort comun și consolidat vom transforma municipiul nostru într-un veritabil generator de progres care va aduce prosperitate nu doar municipiului, dar întregii societăți.